Кристи как него толку не особо. Да, я еще Дело вчера в том, говорил. что когда висит кристик, Это консол пробивает глубже. резершок просто по умолчанию, никто не говорит его кидать на Зака. Сейчас мы будем там прыгать, там могут быть вары. Кинь на меня, пожалуйста, комбик на МДФ. Очень прошу. А комбик на варьеров не надо на МДФ кидать, ПП его кидает. Чтобы да, не кидай, потому что баны как раз снимают МДФ. Все, благодарю. Говорю, на танка не кидай комбик. Опять его кинул. Я всем кинул. Ну, а ты слушал, что тебе говорят? Нет. Комбик только тем, кто просит. Ну, там. Потом, после прайма, с тобой разберем. И Верс, возьмите себе, Верс расскажет, что за шилку делать и что нужно делать. Вчера этот уебок Верс на тебя наехал, ты тут, Саш? Он чавкает. Вчера этот уебок, говорю, на тебя наехал, потому что он сказал, что ты бесполезный скиллы на ШИЕ сказал брать. Фулл ДС. Ну и пофиг. Типа там он каким-то хилом не пользуется. Вары туда полетели. Сейчас призыв на них. Выбираем телепорт, с Самулиной на счет 3 будем прыгаться. Раз, два, три, полетели. Оф, набежите. Да, я забыл. Никого не вижу, не прогрузился вон даже. Вон, а сесть по мне, Малик. Повод там раскидывай. Да. Десер в ассисте убежит. Я так нихуя не играю, они опять тусня, тусня, не набили. Всё, готово. Тусня, шика, бля, врути, убейте нахуй. Ассист бишь. Куда касать? Все? Все, завожу это дальше. Насчет пола, пол ШИЕ, на нас не надо кидать. Давай этот прайм, я буду свой пол всем вешать, а потом разберем кому какой. 13, прыгай за шилку, пожалуйста. Пол 15. Иван, что ты отстаешь? Да мне вообще все равно. Да как это все равно? Нам не все равно. Кодексы на почту и будет хоть 20. Так, стоп, 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 я бегаю за танком. Тут нет. А, нет, стойте, 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 у меня же отключена эта хуйня. Тут нет. Танк у них такой, бронялый. Судя по всему, на первом нет. В тупик. Это Сашка все время разными какими-то путями ходит. Тупик нет. Блях, мух, я бутылкой вина, короче, бахнули сейчас с мелкой на двоих. Так по шарам дало, что аж сейчас придется ром доставать. Это что за сивуха? То, что с бутылкой шарахнуло. Не знаю, меня прям шарахнуло, жесть как будто это портвейна бутылка была. Виноградный день, да? Поповий сарай какой-нибудь, монастырь. Тут нет. Да нет, этот Алазанская долина. Шилкин пол всем, кроме Дэшером. Не кидаешь в Йоми, Дилору и Резки. Этим троим ты его не кидаешь. Все. Еще у нас есть ПР теперь раз в час. Дилор. Что, блядь, настолько страшно воевать, что ПР поймал? Он себе на Олимп ловил просто. Че, нет на втором?
это не юзай только ПР. Так я аж испугался, думал, ты ПР начал показывать мне. Там, не знаю, иди, нобл ко мне, иди. Ошибется раз пухой, и все, и писет. Бля, как хорошо, короче. А мы вчера вместо кого брали этого, как он? А, вместо его же ИСа как раз и апнули у нас вчера маги, даже? Да. Ага. Заебись. Пусто. Что-то сегодня, знаете, он подверил, думаю. Йом, ты чё? Я Зака нашёл, наверное. А. Так сказал бы. Нет, тут нет. Нет, ну ладно. Хуёвая ванга из тебя. Я пытался. Значит, вот тут будет. Нет. Сейчас сегодня мы бегаем прям. Бля, пацаны, мне кажется, я вас подвел сейчас. Чего ты? Ты ж включил на первом. У меня галочка урон не стояла. Кольца, 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 кольца. Да нормально все висит. Здесь. Нет, извините за вангу. На третьем дали. А заберите меня со второго. Сейчас спущусь. Пока отбегу чуть-чуть. Нам, значит, до осадного на шее идти. И у нас еще одна один проблема возникла. Если Лер сидит на шее, то кто в осаде будет на пише? Пам-пам-пам. Я получил почему-то. Шоми. Можно Хэлла на шее позвать? Мне кажется, он будет играть, не задержится. Поиграет 2-3 дня, скажет, да. Да не, я на осады. А, на осады, может, и придет. Или Рома. Не, Рома не будет. Ну. Так, я жгу, короче, эти... Как эти, блин, бочки. Да, капитан. Я сегодня, блядь, полдня, короче, на работе выбирал картинку для клана.